Всем доброго утра, ура! Мы собрались, успели. Я проснулась в 6 утра для того, чтобы успеть собраться, детей всех собрать, потому что сегодня я сама с детьми. Начинается утро с того, что нет автобуса школьного, нет горючего, сказали, поэтому я везу всех детей. Антошку в школу, вот сейчас вот 8.07, 8.30 начинаются уроки. Потом везем Афоньку в садик и Гришку везем в Динскую. У него сегодня мандатная комиссия на ЮФО, и они с тренером поедут. Я знаю, для чего они поедут. Для чего? Кто едет на ЮФО, кто туда и едет. А там стоят люди, вот у нас в группе в WhatsApp написали, что автобуса не будет, потому что нет горючего. Вот стоят дети, представьте, минус 4, вот минус 4. Сейчас. Да нету, просто костер кто-то запалил. Минус 4, а дети стоят, а автобуса нет. То есть, получается, не во всех группах написали в WhatsApp, что не будет автобуса. Сейчас-то уже дети пошли, но они все равно в школу у нас идти 40 минут. Ну вот с хутора, по крайней мере. Ну отсюда они... легче. Ну отсюда легче, но все равно, ну 30 минут. Ну, то есть они могут опоздать прям на урок. Вот видите, сколько тут людей, детей. И тут в школу, а автобуса нет, да? Вот вышли, простояли при минус 4. Много чего хочу вам сказать.
Я женщина завидная, красивая, дальновидная. Могу я песни петь, сказки читать, крестом вышивать. Могу я петь, могу я догонялки, прыгалки и салки. Могу развлечь весь честный народ, да построить всех хоровод. Давай бусы делать. А мама помогает. Давай, собирай. Бери ниточку. Закрепляем и вешаем бусы на маму. А может, и всех съесть надо? Держи. Давай, я держу. Держи. У меня хоть один. Мама, Лизочка, получается? Вам бусы не нужны. Вы сказали, гирлянду любите. Вот и кушайте свою гирлянду. Да, они вот такие у них будут красивые, да? Мамочка, мне хватает девочек. Мальчикам было. Сегодня ребята выпускали щенки музыкальный.
будут целовать. А теперь все побежали, весело как стало в зале, весело как стало в зале. Мы теперь все побежали, стрематься и опять будем хлопать и плясать, будем хлопать и плясать. Целоваться будем? Я тебя знала, девочка. Я тебя люблю, хорошо? Целоваться будем? С ладони. Мам, это надели. Не может быть. Я думала, это Анатольевна делала. Это я сам, это Соня делала. Да, ты целоваешь? Тёма. Пришли вас поздравлять. Я надеюсь, что эта традиция останется, пока я буду работать. И мы будем с вами часто встречаться на разных детский смех, детский звук, да, детский голос всегда нас радует, особенно когда... Все, мы наконец-то дома, праздники закончились. Сейчас только единственное еще у Антохи танцы. А Фонька в дома уже, да, Фось? Да, ура! А завтра пятница. Я сама на пузели. Пузели?